вас сегодня ждала интересная и насыщенная программа. Я думаю, что вы подтвердите, что так оно и есть. В поселке Комарово прошел 13-й творческий международный фестиваль «Шаг навстречу». Цель мероприятия – оказание творческой поддержки гражданам Петербурга с ограниченными возможностями здоровья, перенесшими тяжелые заболевания. Кроме того, все эти люди выросли без родителей и нуждаются в особенной заботе. Локальный маленький фестиваль у нас проходит с ребятами, с которыми мы общаемся на протяжении уже 20 лет. Это ребята, которые проживали сначала в детском доме, а потом они стали воспитанниками реабилитационного центра. Это взрослые люди, у которых очень серьезные нарушения умственного развития. Но мне кажется, что вот те программы, которые мы создаем для них в течение стольких лет, и те темы, которые мы можем поднимать с ними, говорят о том, что они достигли очень больших интеллектуальных высот. Мы посещаем с ними Мариинский театр, часто и много выезжаем с ними за границы Санкт-Петербурга, в другие города. Они очень прилично знают историю России, они очень коммуникабельные, социализированные, и с ними очень комфортно. Фестиваль из года в год помогает ребятам с ограниченными возможностями показать свой талант и выступать на ведущих музыкальных площадках вместе со звездами классической музыки. В течение многих лет мы на этот фестиваль приглашаем величайших звезд мировой культуры с проблемами в физическом развитии. Например, у нас выступала всемирно известная легенда Эвелин Гленни, глухая перкуссионистка из Шотландии. У нас на фестивале был Мишель Тирабуско. Это флейтист, который не имеет рук, и он проживает в Швейцарии. Конечно же, ежегодно к нам приезжают ребята, представители нашего ближнего зарубежья, бывшего, да, наших скандинавских стран, и также истории Латвии и Литвы. У нас был замечательный оркестр слепых музыкантов из Кореи, было 75 человек. Они были все тотально слепые, они исполняли сложнейшую музыку Чайковского, Шумана. И это были концерты симфонического оркестра. В этом оркестре не было ни одного человека, который бы хоть как-то мог видеть. Музыкант Лаер Латыпов с удовольствием выступил перед участниками фестиваля. Выпускник консерватории считает, что музыка приносит радость. Самое главное, то, что дети радовались. Если дети радуются, для меня это праздник. Вообще ударные инструменты ведут, как бы символизируют какое-то праздничное настроение. Нет грустных ударников, я бы так сказал. И когда я начал играть, все дети радовались, были счастливы. И это для меня заслуга. Я безумно рад, что я смог поднять настроение детям. Иногда нам всем нужна помощь. И когда есть возможность помогать, тем более я музыкант, я могу своими действиями, своей игрой передать какую-то теплоту и заботу окружающим. И в связи с этим я решил, что я должен попробовать и продемонстрировать, как я могу контактировать. И я так выражаю свою поддержку детям. Также в Комарово была представлена художественная выставка работ участников фестиваля. Работы прошлых лет находились на всеобщем обозрении, а новые только начинали зарождаться прямо здесь, на фестивале.